Йога для умиротворенности. Нади Шудди. Нади Шудди буквально означает очищение нади. Когда мы говорим нади, мы не говорим о 72 тысячах нади, потому что эти 72 тысячи являются ответвлениями двух основополагающих нади – пингалы и иды. 36 тысяч берут свое начало в пингале, 36 тысяч берут свое начало в иде. Такова энергетическая физиология человека. Произнося нади шудди, мы говорим о фундаментальном очищении пингалы и иды, чтобы энергетическая система работала сбалансированно. Существует связь между дыханием и структурой мышления. Достичь баланса мыслей – это очень важный шаг, который необходим, если вы хотите добиться баланса в своей деятельности, в чувствах и результатах своей жизни, и в том влиянии, которое вы оказываете на жизни других людей. Нади Шудди играет в этом важную роль. Вот несколько рекомендаций, которые обеспечат оптимальные условия для занятий и значительно улучшат ваше восприятие практик. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, либо поставьте их в бесшумный режим. Не рекомендуется проходить программу на полный желудок или сразу после приема пищи. Пожалуйста, сядьте, выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно. Положите руки ладонями вверх, не скрещивая их. Эти условия подготовят вас к тому, чтобы быть в повышенном состоянии восприятия и позволят получить наибольшую пользу от практик. Эти практики безопасны и очень просты. Ими может заниматься любой. Обучаться практикам может любой по достижении 7 лет. Если вы носите очки, пожалуйста, снимите и отложите их на время занятий йогой. Как делается Нади Шудди, она продемонстрирует. Пожалуйста, посмотрите. Сядьте по-турецки, скрестив ноги перед собой. Спину держите ровнее, глаза закрыты. Положите левую руку в расслабленном состоянии на скрещенные ноги перед собой, ладонью вверх. Используйте только правую руку. Используйте большой и безымянный пальцы. Средний и указательный пальцы согнуты. Безымянный палец и мизинец выпрямлены и соприкасаются друг с другом. Теперь закройте правую ноздрю большим пальцем и вдохните через левую ноздрю. Завершив вдох, выдохните через ту же ноздрю. Таким же образом, используя безымянный палец, закройте левую ноздрю и вдохните через правую ноздрю. Затем выдохните через нее же. Снова закройте правую и откройте левую, вдохните и выдохните. Продолжайте таким образом. Сконцентрируйтесь на дыхании. Когда вы делаете Нади Шудди, самое главное – вдыхать и выдыхать полностью, настолько медленно и мягко, насколько это возможно для вас. Вы не должны издавать никаких звуков во время вдоха или выдоха. Чтобы следовать этому, достаточно запомнить одно простое правило для того, чтобы практика Нади Шудди происходила сама по себе. Всегда меняйте ноздри после каждого выдоха. Это означает, что через какую бы ноздрю вы ни вдохнули, выдыхайте через нее же. Делайте Нади Шудди на протяжении как минимум 4 минут. Вот несколько поправок. Не кладите левую руку на бедро. Положите левую руку в расслабленном состоянии на скрещенные ноги перед собой. Используйте только большой и безымянный пальцы правой руки. Безымянный палец и мизинец держите выпрямленными. Они должны соприкасаться. Средний и указательный пальцы согните. Если вы не можете держать их выпрямленными, держите их как можно ровнее. Также иногда возникает тенденция наклонять голову вниз или поворачивать ее в сторону. Неосознанно ваше лицо может повернуться в одну или в другую сторону. Голову необходимо держать ровно.
Если вы будете этого придерживаться, ваш организм очень быстро придет в сбалансированное состояние. Убедитесь, что вы не прижимаете палец к нижней части ноздри слишком сильно. Нащупайте кость носовой перегородки над правой ноздрёй. Если расположить большой палец на миллиметр ниже нее, вы сможете эффективно заблокировать ноздрю, чтобы из нее не выходил воздух. Убедитесь, что ваше дыхание не поверхностное, не прерывистое, и что вы не используете обычное дыхание. Нужно вдыхать и выдыхать полностью. Сделаем надишути вместе. Сядьте по-турецки, скрестив ноги перед собой. Спину держите ровнее. Если вы не можете сидеть на полу, можно сесть на стул, скрестив ноги в районе лодыжек. Левую руку положите расслабленно перед собой, ладонью вверх. Используйте только правую руку. Используйте большой и безымянный пальцы. Средний и указательный пальцы согните. Безымянный палец и мизинец держите прямо так, чтобы они соприкасались друг с другом. Закройте глаза. Теперь закройте правую ноздрю большим пальцем и вдохните через левую ноздрю. Закончив вдох, выдохните через нее же. Теперь, используя безымянный палец, закройте левую ноздрю и вдохните через правую ноздрю. Выдохните через нее же. Снова закройте правую и откройте левую. Сделайте вдох и выдох. Продолжайте, пока не попросим вас остановиться. Сконцентрируйтесь на дыхании. Делайте полный вдох и полный выдох. Делайте это настолько медленно и мягко, насколько можете. Убедитесь, что ваша спина выпрямлена так, чтобы вам было удобно. Держите голову прямо. Продолжайте удерживать концентрацию на дыхании. Можете закончить, выдохнув через левую ноздрю и остановиться. Пожалуйста, медленно откройте глаза.